Строгость европейских санкций компенсируется необязательностью их исполнения. Теперь можно говорить так, а можно еще веселее. Олаф Шольц напугал немцев новыми санкциями против России. И если 2 месяца назад такие шутки казались не очень смешными, ведь Москву вроде бы победили и изолировали, то сегодня пришло время хихикать Кремлю, ведь хорошо хохочет тот, кто хохочет последним, чего явно нельзя сказать про представителей, так сказать, единого, как никогда прежде, Евросоюза, кто между поражением и позором последовательно выбрали сначала позор, а теперь терпят крах и поражение. Да-да, мы уже рассказывали вам, как теперь Польша и Болгария, а также Финляндия, Эстония и мало ли кто, пока мы пишем этот текст, присоединится еще, отказались от газа Газпрома. Отказались, правда, чисто по бумагам, потому что никто не будет, но вот все та же самая Урсула фон дер Ляйен, кто кричала так, что в Брюсселе разбежались все коты, что, дескать, Газпром занимается шантажом, теперь говорит, что Варшава, София, Хельсинки, Таллин и другие получают голубое топливо от стран-соседей по Евросоюзу. И это прикольно в том плане, что получается, поставки газа все равно идут из России, ибо еще 14 стран платить в рублях согласились, но главное другое. Те, кто поддержал по просьбе мадам фон дер Ляйен санкции против Кремля, чтобы главе Еврокомиссии не было так, видать, обидно чувствовать себя тем материалом, о котором мы тут рассказать не можем, будут банально теперь переплачивать за молекулы несвободы. Да и чего скрывать из-за крайне серьезной женщины, которая решила положить весь Евросоюз на дело победы над Путиным, теперь все там будут жить хуже, а платить больше. Впрочем, у нас еще больше деталей, не переключайтесь, все расскажем через пару секунд. Друзья, у нас радостные новости. Пошел 3-й месяц работы канала «Не конец истории», при том, что YouTube отменил монетизацию в России. И все эти недели мы работаем с вашей помощью, которую ценим и приносим вам самые горячие благодарности. Причем новостей стало так много, что мы запускаем 3-й ролик в день, чтобы вы знали все. Однако при этом хотим напомнить, что все это работа монтажеров, автора, редактора. Так что даже 50 рублей, что вы будете переводить нам на постоянной основе, если вас будет много, пожалуйста, не думайте, что пускай это сделают другие, помогут нам и дальше радовать вас свежими новостями в нашем, это пишут зрители, неповторимом стиле. Заранее спасибо, номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Вместе победим! Итак, просто оцените 2 новости, которые уже обойдутся немецким, да и всем европейским налогоплательщикам весьма солидные суммы, на которые, правда, по новому Мерседесу им теперь не купить. Так, во-первых, германский концерн Юнипер ожидает, что в 2022 году может списать около 2 миллиардов евро от потери доходов по проекту «Северный поток-2» и ущерба российскому бизнесу компании, говорится в отчетности холдинга. Концерн сообщил, что по итогам первых 3 месяцев 2022 чистый и нескорректированный убыток составил больше 3 миллиардов евро. Интересно, смеется ли теперь Олаф Шольц, который раз за разом отпускал типа добрые шуточки в адрес Кремля? И понимает ли он, что когда его уволят с поста канцлера, а дело к тому идет, большие бизнесмены все равно подобные приколы не забудут? Во-вторых, эта новость тоже касается бизнес-акул старой Европы, кто сколотили даже не миллиарды на дешевых поставках голубого топлива из России, который так от души перекрыл только-только избранный канцлер всея ФРГ, крупнейшие энергетические компании Германии, Австрии, Венгрии и Словакии, в том числе немецкая Юнипер и австрийская ОМВ, готовятся открыть рублевые счета в Газпромбанке в Швейцарии, чтобы выполнить требования Москвы по оплате поставок газа в рублях. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на информированные источники. Согласие компаний платить в рублях поставит под угрозу единство в ЕС, пишет британское издание, забывая уточнить, что и Лондон дал лицензию Газпромбанку, но к черту детали, правда? Ведь самое интересное это то, что мы расскажем сейчас. Пожалуйста, возьмите ручку и бумагу, чтобы записать, как делать не надо, потому что поймают за руку и будет неловко. Газпромбанк отказался.
отказался принять оплату за часть апрельских и майских поставок газа в Германию и Австрию по контракту с «Газпром Маркетинг энд Трейдинг Лимитед», даже когда компания пыталась оплатить за топливо с помощью рублевого счета, как того требовала Россия, по словам людей, знакомых с вопросом. Казалось бы, ах, вот какой нехороший этот ваш Путин, уже и новые его условия выполнять не хочет, но есть нюансы. «Газпром Маркетинг энд Трейдинг Лимитед» ранее находилась под управлением немецкой дочерней компании российского государственного производителя газа «Газпром». Однако в начале апреля Германия взяла это подразделение под свой контроль, чтобы обеспечить поставки газа в страну. То есть, по факту, читайте, национализировала, руководствуясь той же логикой, надо полагать, что если электричество берется из розетки, то и газ в дочерней структуре «Газпрома» берется просто так, а не на месторождениях в России. Впрочем, еще смешнее стало, когда появилась ясность, что хитрые немцы, на самом деле нет, пытались оплатить некоторые апрельские и майские поставки газа в Германию и Австрию с использованием тех российских денег, которые недавно заморозил Евросоюз. То есть, если совсем по-простому, оплатить новую партию товара ворованными деньгами у этого же поставщика. Однако почему-то не фартануло. И, кстати, при этом же ходят упорные слухи, что Германия ищет способ отказаться и от поставок по газопроводу «Северный поток-1». Так что это, поверьте, ни разу не конец истории.